Поэтому все мужчин с детьми отправили туда. Кого-то не начал в 6 часов, я знаю, до 6 надо закруглиться. Кого привели силой сюда? Все нормально. Хорошо. Насколько мне известно, здесь сегодня самое прогрессивное женское население Мелитополя. Поэтому вы меня поймете, на мне не сошелся ремешок. Я вся в вашей черешне. Я не могу, он не сходится, я ем вашу черешню со вчерашнего дня. Хотя мне есть предположение, что это тупая шутка, что видите, в Мелитополе про черешню уже, да? Но, знаете, я уже несколько лет встречаюсь с людьми на улицах, которые говорят мне, что росли на моих передачах, а выглядят старше меня.